Привет всем! Вы на канале Smart Обзор. И в данном видео я расскажу вам, как совершать покупки на AliExpress с использованием двойного кэшбэка. Сразу хочу сказать, что это не реклама какого-то кэшбэк-сервиса. Вы можете использовать абсолютно различные сайты. Их, в принципе, несколько, лично я знаю. Я использую Letyshops. Также знаю EPN сайт. Вот, им просто не пользовался, но в целом там подобные условия, все схоже, так что выбирайте сами. Мы сейчас на странице Letyshops. Как видите, у меня уже есть два кэшбэка. Это тестовые кэшбэки с небольших покупок, которые я совершил, прежде чем записать данное видео о покупке смартфона OnePlus 3T. Покупку саму я совершал 31 декабря, но сразу хочу сказать, что условия в целом не изменились, цена смартфона сейчас такая же. Далее чуть подробнее остановимся на размере кэшбэка. Базовая ставка процентная на Letyshops составляет 5%. Если вы новый пользователь, то вам предоставляются еще дополнительные там проценты, порядка 15-30%. И получается 6,5% примерно процентов кэшбэка. Но существуют различные лети-коды, так называемые, которые увеличивают базовую ставку кэшбэка. В данный момент вот существует как минимум один код, который я знаю, 2x кэшбэк. Я укажу его в описании к видео, ну и на самом видео я также напишу его для наглядности. Используя его, вы на сутки увеличиваете размер кэшбэка в два раза. То есть с 5% он становится равен 10%. То есть такой же, как у меня в данном видео. Соответственно, для того, чтобы получить кэшбэк на данном сервисе, вы должны совершить переход на сайт AliExpress с сайта Letyshops. Давайте это сделаем. Также для удобства рекомендую вам установить плагин Letyshops для либо Google Chrome, либо Яндекс браузера, неважно. Вот, как видите, он, когда включается, вы сразу видите, что кэшбэк активирован, и размер кэшбэка также отображается на плагине, что достаточно удобно для совершения покупки. Вы уверены, что перешли правильно, и кэшбэк будет зачислен. Далее особенно важный момент, с помощью которого мы, в общем-то, и можем получить именно двойной кэшбэк с одной покупки. Первоначально вы покупаете не сам смартфон, а подарочные сертификаты на AliExpress. Впоследствии на эти деньги вы можете совершать покупки, ну то есть такая внутренняя валюта. Соответственно, с покупки данных сертификатов вам будет начислен кэшбэк. Причем, так как вы покупаете сертификаты, кэшбэк будет начислен сразу, буквально там в течение 2 минут, и причем и подтвержден он будет достаточно быстро. Мне его подтвердили, по-моему, в течение пары дней. А кэшбэк за покупку самого телефона будет подтвержден через некоторое время после подтверждения вами заказа. Ну, в принципе, логично, это сделано для того, что если вы отмените заказ, то кэшбэк также будет отменен. Отменить же подарочный сертификат нельзя. То есть, если вы покупаете сертификат, то вернуть эти деньги вы уже не можете, имейте это в виду. Отдельно обращу внимание на то, что сертификат в долларах. Соответственно, когда вы покупаете, обратите внимание, курс на AliExpress всегда, ну, достаточно сильно завышен по отношению к официальному курсу ЦБ. И, возможно, курс вашего банка будет выгоднее, чем курс AliExpress. Соответственно, вы можете купить данный сертификат дешевле, если переведете его в валюту. То есть не делайте конвертацию на самом сайте AliExpress. Но обязательно уточните, какой курс у вашего банка и какой курс на AliExpress. Это можно посмотреть в настройках. На момент покупки курс AliExpress был 62,6, курс банка 63. Я вот, к сожалению, не обратил на это внимание и купил в валюте, но потерял немного. Для сравнения, официальный курс ЦБ в тот момент был 60,6. То есть разница, да, 2 рубля с доллара по отношению к курсу AliExpress. Таким образом, если вы покупаете по курсу вашего банка, например, если он ближе к курсу ЦБ, то есть покупаете сертификат именно в долларах без конвертации в рубли с помощью AliExpress. Либо если у вас вообще есть долларовый счет и вы оплачиваете эти сертификаты с долларовой карты, то вот просто на разнице курсов вы можете сэкономить с данной конкретной покупки порядка 1000 рублей. Имейте это в виду. Вот, ну, остановились на этом поподробнее, теперь давайте уже не будем тянуть время. Соответственно, вы видите, что сертификаты были куплены, на AliExpress они появились. Теперь заходим на сервис Letyshops, смотрим, появился ли кэшбэк от этой покупки.
Да, кэшбэк появился. Вот эта цифра. 2730 рублей мы получили с покупки 450 долларов сертификатов. Теперь пришло время купить сам смартфон. Снова переходим на сайт AliExpress через Letyshops. На всякий случай. Опять видим, что работает плагин, показывает, что кэшбэк активирован и будет начислен. Теперь выбираем сам смартфон. Я покупаю версию OnePlus 3T на 64 гигабайта в цвете Gunmetal. Соответственно, мы видим, что смартфон стоит 437 долларов. Вот, соответственно, покупаем. И при оформлении заказа в способах оплаты выбираем «Использовать подарочный сертификат». AliExpress сам предложит вам данный вариант оплаты, его и используйте. Покупка совершена. Теперь давайте вернемся на Letyshops и посмотрим, какой кэшбэк нам был начислен за эту покупку. Вот, мы видим, новый кэшбэк нам поступил, 2650 рублей. Это уже кэшбэк за покупку самого смартфона. Соответственно, как вы видите, за покупку одного устройства мы получили кэшбэк дважды, и кэшбэк был 10%, то есть в сумме мы получили скидку в размере 20%. Теперь давайте быстренько посчитаем все наши затраты. Мы купили сертификат на 450 долларов по курсу 63 рубля. А соответственно, на это мы потратили 28 350 рублей. При этом на сам смартфон мы потратили 437 долларов. Соответственно, 13 долларов у нас осталось в личном кабинете AliExpress, и мы можем потратить их в дальнейшем там на совершенно других покупок. Поэтому сейчас давайте их вычтем. По данному курсу это 826,5 рублей. И давайте их вычтем из общей суммы затрат в 28 350. Получим 27 523,5 рубля. Вот такую сумму мы затратили на покупку смартфона, без учета кэшбэка. Теперь из данной суммы вычтем оба кэшбэка, которые мы получили. Всего получилось 22 144 рубля. Согласитесь, получилось очень дешево и скидка велика. Так что всем рекомендую пользоваться кэшбэк-сервисами при совершении покупок на AliExpress. Обязательно не забывайте про сертификаты, это позволяет удвоить размер кэшбэка. При этом в очередной раз хочу напомнить, что это не реклама, вы можете использовать любой кэшбэк-сервис, который вам нравится. Я лишь показал на примере Letyshops, как вообще совершать данные операции. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!